Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Как вы думаете, чем птица может доить коз? Крыльями? Лапами? Ну, конечно же, клювом, ответили бы нам древние люди. Именно по их убеждениям, некая демоническая птица каждую ночь прилетает и экспроприирует у коз их молоко. Поспорить с древними людьми сложно, ведь увидев моську нашего сегодняшнего гостя, можно и не такое себе напредставлять. Встречайте одну из самых удивительных пернатых внешностей – совиного козадоя или совиного лягушкорота, семейство птиц отряда стрижеобразных, которые раньше относили к отряду козадоеобразных. Вообще козадоев много, 60 видов, и каждый кошмарит собственный уголок света. Найти их можно и в Европе, и в Африке, и в Азии, и даже в России. Стороной они облетели лишь полюса нашей планеты. А вот именно совиные козадои – это эндемики Новой Гвинеи. Один подвид распространен в Австралии и Тасмании, а другой – на Малукских островах и еще один в Новой Каледонии. Совиные козадои крайне редко встречаются с людьми, и даже местные племена знают о них очень немного. Первые британцы на континенте назвали австралийского представителя семейства малый козадой или сова-фея. Похожее отношение было и у специалистов на заре орнитологии. Совиные козадои достигают длины 18-30 см и массы 50-100 грамм. Своим внешним видом, прежде всего круглой головой, слабо выраженными лицевыми дисками, со смотрящими вперед глазами и вертикальной посадкой, они похожи на небольших сов. У совиных козадоев широкий, короткий и слабый клюв, около кончика которого размещаются открытые ноздри. Клюв окружен длинной щетиной, но ее функции науке пока неизвестны. Возможно, она направляет добычу во время охоты или как тактильные усы вибрисы, как у котиков, помогает птицам перемещаться и находить птенцов в темных норах. Но чем же так пугает людишек это пернатое создание? Обитают наши любители козьего молока в лесах на высоте до 3700 метров над уровнем моря и ведут исключительно ночной образ жизни. Шабаш козадоев начинается с жуткого гогота, оглушая лес завываниями на полкилометра. Эти птицы отправляются на охоту. На удивление, их цель не души грешников и даже не козье молоко, а обычные насекомые. Пернатый демон находит их даже в кромешной темноте. Спасибо гигантским глазам и козам. Да, ведь пронюхав, что козьи какашки словно магнитом притягивают всевозможных насекомых, козадой, не будь дураком, стал тусоваться неподалеку от коровок, овечек и коз, что и породило миф у голых обезьян об их любви к молоку. Из-за поверья в то, что козадой ворует молоко, этих птиц долгое время не любили и даже отстреливали. На деле все намного прозаичнее. Птицы используют свое гигантское щебетало как сачок, на лету набивая его членистоногими. Вся эта вакханалия в ушах людишек заканчивается лишь с первыми
первыми лучами солнца. Утром козадой исчезает, словно злой дух. А благодаря окраске в 50 оттенков дерева наш герой идеально сливается с опавшей листвой и корой местной растительности. Но самое страшное начинается в период с апреля по июнь, ибо у козадоев начинается сезон любви. Своими завываниями пернатый любитель коз призывает не только ужас в душах людишек, но и самую большеротую самочку, которая проведет с ним остаток жизни. С жилплощадью козадои не парятся, гнездо обустраивают прямо на голой земле, пеньке или на сучке дерева. Но несмотря на это, родители из козадоев отменные. Обязанности козадои делят поровну. Высиживают и кормят маленьких, будущих любителей мелкого рогатого скота вместе. Спустя 20 дней на свет появляются 1-2 птенца. После этого птенцы посреди ночи вылетают из гнезда и никогда в него не возвращаются. Несмотря на то, что все еще местами покрыты детским пухом. После вылета из гнезда птенцы остаются с родителями еще несколько месяцев. Однако характер ухода за ними в это время науке тоже неизвестен. Ну а пока детки не научились пугать окружающих своим жутким гоготом, они умело притворяются землей, ну или веточкой, в зависимости от того, где родители решили обустроить гнездо. Австралийские совиные козадои становятся половозрелыми на второй год. Продолжительность их жизни науке опять неизвестна. 6 из 9 видов совиных козадоев Международный союз охраны природы относит к видам, вызывающим наименьшие опасения. Австралийский совиный козадой остается одной из самых распространенных ночных птиц Австралии. Популяция же этого вида в Тасмании невелика, а черноспинный совиный козадой относится к видам на грани исчезновения. А вы боитесь темноты и криков тасманийского дьявола или козадоя? Напишите в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!